Здравствуйте, уважаемые зрители! Пока вы ждете выхода 8 серии сериала «Мне плевать, кто вы», я подготовил для вас уникальный обзор этой серии. Хочу напомнить, что 8 серия выйдет на телеканале ТНТ 17 января 2022 года, а 9 серию вы сможете посмотреть полностью 18 января. Но если вам интересно, что же в ней будет с главными героями, подпишитесь на наш канал и смотрите обзор. Итак, что же ждет героя в 8 серии? Наконец-то Ирина Владимировна отстала от Жени и старается выстроить свои отношения с сантехником, при этом заставляя теперь его посещать сеансы психолога вместо Жени. Вот это поворот, не правда ли? Этот сериал не перестает меня удивлять. Далее, тем временем, Женя с Дашей собираются пойти на свидание, но все идет не по плану, ведь к нему заселяется новый жилец, который оказывается отцом Даши, с которым она не виделась 8 лет. Он приехал, чтобы познакомить дочь с семьей и ее сводным братом. Даша не может простить отца, ведь она узнает, что он ушел из семьи из-за того, что встретил другую женщину, а не выбрав музыку, как говорила ей мама. Состоятся ли первое свидание Жени и Даши? И выдержки ли сантехник такой напор эмоций Ирины Владимировны? Смотрите в полной серии 17 января. Ставьте лайк под видео и подписывайтесь на канал. Приятного просмотра!